нужно напиться. Тебе нужно напиться. Да 23к ДПС это, блядь. Смотри, я без укуса 18 дал, блядь. Ты травишь, блин? Пришествие было свыше всех. В смысле, на оф это токен. 300. Ну ты не заберешь, все равно там первый этот пришествие. Так, интересно, где там понятие? То есть за минитом 438. Вы хилить будет или не? Танки падают. Падают. Сорян. Боевые танки. Слышишь, Хант, может ты просто бьешь с этим с духом гадюки? Так, ну что-то джиперсы закончили, рейд походу. Все, их нету. Не знаю, что ты Ханта там хочешь узнать, но сносил пакт и метку уносил два раза. Это наверняка твой какой-то кореш там. По локам, которые не обновляют порчу, блин. Ходи, перекинь меня, хватит. Не идите дальше, надо крысы следить. Минус 4. Все, нам осталось минут 30. Посидите, все. Попучка, в принципе, столько же времени занимает. Ну, час 40. РДД. Мне не показаны осколки. Да и... А. Посмотри. Там не было сколько. Насколько я помню. Не знаю, уже второй босс я... Мне Варк говорит, что там осколок. Я его не вижу. Ну, Рел был... Ой, не Рел, Мастерлок был на Олеге. Я его просто переставляю каждый раз на себя потом, потому что он уходит. Надо, это мой косяк. Чтобы взять осколок, тебе надо заходить, ну, чтобы Олег был локом в игре, короче, на ком был РЛ. Ну, на ком был локом, я не знаю. Ну, сбегай, давай я поставлю сам за себя. Надо меня принимать в пати и суммонить. Чтоб я раздавал лут. Только так, походу. Ваня уже засыпает. Хочет Филипса подбить на синдром. Чё, ставьте завтра ЦВК 25 на ачивы. Насколько ты там хочешь, Ваня. Я приду. Не, я просто тоже не знаю. Наверное, не буду. Давай лучше ИК на ачивы. Но я все равно буду 25 ипочку собирать, тогда просто без зачем соберу. Хотя... Ну да, давайте и к ночью. Нужно... А что там ночью? А. Там последние три ачива, которые мне остались, все раздели рейдов. Сейчас, подожди, надо вспомнить. О, перепец отсадет кем-то шипешкой. Я пошел, там уже все. Засыпаюсь, да? Давайте, всем спасибо, удачки. Не трогай этого полководца. Аккуратно, мне сейчас хилбот перескочил, это рекорд чуть не упал. Вроде тебе придется в демона спекнуться. Уже засыпай, Олег. Ты проспайся, сейчас тут вопрос остался. Там 30 минут.
создавать, мне потом еще метро смотреть, книжку читать. Короче, блядь, танки, я просто перед вами нахуй голову склоняю. Вы не можете моба забрать, я бегаю по кругу возле вас, блядь. Сука, ну в натуре рахиты, блядь. Ну... Да я вообще на басту, че, не бери мне больше. Вуди, подбери. Да ну натуре, ты видел, вот, я бегал тупо круг них, блядь, с этим мобом, блядь, лосом. Сука. Я засыпаю. Да, вообще. Я сижу в кресле, блядь, и просто сбоку смотрю на вас. Я не понимаю, что происходит. Так что, Саня, если бы я был танком, ты бы вообще сдох, да? Пол рейда бы сдох на первом скелете. Нападай, блядь. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Да. Просто час смотрел шахматы, короче. Потом они были на профе. Я захожу, они на трэше, на лане, на совете. Блин, что за хуйня? 5 вайпов, там, сколько у вас было? Да, без понятия. Ты прав. Повороте придется тебе деменить, решите. Да, придется. Кого из хилы, Осип? Так, у меня 2 ШП, маг, сова КД. Короче, я сейчас 2-5 РЛ передам, зайду на пала. А, ты РЛ. Или вы вдвоем захилите? Не, не надо вдвоем. Что? Слишком плотно, нафиг это надо. Ладно, сдумай хила. И останется... Вар, Ретрик, кинку пойти. А, не, шаманом зайду. Вон он прикольно сидит. Я так засыпаю, знаешь, не в уши вот это ваше чавканье, блять. Хватит рыбу жрать уже там. Тебе завтра на работу, Славик? Не врю тебе, воскресенье тебе завтра на Детишка. Работу. О, ну город. Кто-то может в воскресенье работать. Вроде дышка, пожалуйста. Дайте мне еще. Повороте поставь, пожалуйста, шкаф. Последний шкаф твоей жизни. Фокусов шахматы откатал, короче. Головой, как-то этот самый, как-то сыграем. Ты играешь нормально? Ну посмотрим. Турнирчик устроит он. Мизантроп готов? Трися играет по зарах. Самый.
Дай, короче, этот самый. Мне баф, пожалуйста, Олег. Какой? Я нажимаю. Это ты... Нахуя ты всем тринкам вешаешь КД? Потому что их не много. Ну, у меня тоже. У меня тоже. Четвертый целка уже. На неделе собирать для голых персов в гильдии. Так-то. Если вот так вот не вешать на одном КД, там, на 10 персов, можно собирать 7 ЦНК за неделю. Так я не буду собирать 7 ЦНК. Танк выглядит, нет, который танчит. Разжимай. Виталику. С какой стороны? Таркоус. Прожмись. Да, Виталик, забей, не прожимайся, это не твое. Наслаждайся жизнью. За звезду на себя поставь. Нет, не отправляй корчу, не напрягайся. Крошки летают. Хорошо. Вот, слышишь? Ну ты играешь своим локом этот самый, а ты корчу вообще обновляешь. Блядь, ты чё думаешь, я нуб, что ли? Я за демона, за Африку играл, конечно, обновляю. Я... Ну так почему я... ты считаешь, что в Дестролоке она не обновляется? Я не знаю, я гайд не читал или читал, я не помню. Это было то ли в 16-м году, когда ну ты вступал, короче. Это, когда адепты развалились. Что-то я. По-моему, не вешал его короче. Только вот этот жертвенный огонь из пепеления поставил еще. Проклятие стихии вроде кидал. Зачем его кидать, если есть АДК либо сова в рейде? Символ, короче, на то, чтобы порча от хосты зависела. Сзади справимся. Символ просто разложение. Да, и этот слив, кстати, нужно юзать во всех ветках, причем в трех ветках. Я говорю, порча это ну топовая билка локовская. Ну типа все, ну, все классы сделаны через какую-то обилку, которая больше всего дамажит у них. Например, вара это удар героя, там, понял? Вот. Там. У ретрика это, ну, буря. Вот там. У меня это огненная глыба, которую, ну, типа, надо прожимать постоянно, там, я не знаю. Улья, там вара, сам летит, например. Ну, у Аркана этот самый, у Аркана, сейчас скажу тебе, блядь, это я уже не помню название, давно я играл Арканом. Стрелы. Не стрелы, а этот, вспышка. Чародейская вспышка? Да, ну, она больше всего дамажит, у Аркан мага. Это которая вот так крутится? Нет, 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 вот это пер, ну, этих первых, короче, три, а, ну, четыре стака что-то. Да, 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 она больше всего в Арканы дамажит. Я знаю, я играл когда-то Аркана. Очень долго времени. Возбери. Ну, ну, типа... Сложнее всего играть энхами по-правильному, не так как у нас играют топорно ими. Сейчас я смотрю, нет осколка. Сейчас лут на мне стоит, изначально был на мне, и нет осколка. Вставай, ёма.
Например, типа, чтобы ты понял, там во время боя... Черчатки надо на инхту. И меняют тотемы под проки там. Ну, типа, нормально на офи так меняли. Нормальные энхи. У энха больше всего кнопок, больше, чем у кота. Ёба, ты тут? Там где твой друг? Наверное, таких мечта пилот спустись. Давайте быстрее. Время у нас позднее. Пол первого. Пол первого. Поле, у нас пол. У нас пол шестого. Я никогда не играл в рейде до пол шестого. Я, может, сидел в чате, там общался с кем-то до пяти. Все еще впереди. Дева там, ёба, быстрей. Вот. Антрися спать уже хочет. Не только тряси. Ну я не хочу. Такое. Ну он даже спрятался время, чтобы подамажить быстрее трэшу бить. Короче, по-хорошему нам осталось где-то 25 минут, 20. Это если лучше, в хорошем раскладе, и все будет. Да, а так где-то часа два еще. Да, ну нафиг ты сейчас. Ну, если обновлять позже, я думаю, может, блядь, мы укладемся в 40 минут. Повороте вся надежда на тебя, слышишь? Да, да, я слышу. Мне нравилось, короче, этот самый, кстати, раньше, ну, на совете, короче, дестролоком заходишь, и эти клетки, что сверху, знаешь, стрелой хаоса, пау, и нет ее уже. Она умирала, да? Да, ну, типа, убивала эти, ну, сферы, что падают, кинетики. У меня раньше было там что-то 4 лока, знаешь, я там постоянно менял ветки, тестил. Меня тут лагает, пока потанчить. У меня, кстати, сейчас вот, ну, типа, есть один лок, я завел, это в гильдию, там 6к. И еще один голый лок, короче, тоже хочу лоководить парочку. Буду ими врываться. Будут разные ветки. И PvP, ну, один будет чисто для PvP лок, а этот самый, а два будут PvE-шных. Зачаренный? Да, зачарен, процекеченный, все сделал сегодня. Перед тем, как вырезать 25 энергии, мне не хватало камня, а там вырвались в бой, пуляйте, пуляйте. Не давали мне, короче, доделать. А ты это, скажи, пожалуйста, мне такую штуку, хаосбол у Лока, сколько кд 6 секунд? 6. Там символы есть, а символы есть на нее там? Да, да, есть. Что сокращает ГКТ? Ну, КД, точнее. Вот, я сейчас покажу тебе. Там на 10% увеличивает урон. Там, по-моему, больше, короче, 6 секунд. Сейчас покажу. 15, что ли? 6 или 8 секунд. Я не помню точно. Так он попробует. Ну, 6, они были бы имбом. Видел, Айся, как скиллованно сделал. О, на.
вы говорите, нету символа, есть символ. Это означает 4 секунды, что ли? Ну, там или символом там получается, ну, там вообще фонарь. Там, по-моему, 10 секунд, а символом 8, я не помню точно. Я давно играл Destronautом. Да, там самое дамажущее, ну, типа, больше всего дамажит испепление, короче, в этом, ну, в Дестрике. Испепление, да? Да, испепление. А, это испепление. Что, это дотка такая, что ли? Нет, это херня, которая прокает при огненных недрах. Испепление. Испепление или испепление, я не помню. Угу. Ты еще с линканоки можешь? Огонь такой летит. И это я понял, мне надо знать, сколько КД на ней. Она без КД. Ты ее жмешь, просто по КД. По КД сливаешь этот самый стрелу хаос. Да, и поддерживаешь доты на боссе. Вот. Кидаешь на перебежках моменталку, короче. Хоста увеличивается на 20% что ли. Сколько лока брони? Брони сколько лока? Блять, ты такая броня, Виталик, в натуре сам, блять. Не, ну у меня это такой вопрос, я узнаю это фигню, все это. При чем тут броня-то? Ну, тут у меня свои заморочки, короче. Стата подгоняю. Там. Раскол брони надо стакать там, сколько там ставить символ или не ставить. На протонаре? Стоит мне. Ну конечно. По тряпкам там больше будет у нас. Не думаю, что стоит заморочиться о том, сколько брони у чувака. Я помню вот этого, может кто-то помнит этого ретрика Антониони. Вот. Такой в PvP бегал. Я помню, он меня, ну, вара раз уебал, второй раз уебал, ну, типа в дуэли, блядь, и начал что-то там писать. Я говорю, да, сынок, говорю, сейчас я зайду локами, ты получишь пизды. Он, типа, пишет, лол, ха-ха-ха, зайди, я зашел, блядь. Наебашил ему афликом, он пишет, да, бля, я любого лока, кроме афлика, убью, зашел, ну, спихнулся в дестрига, дал опять пизды, сука, уебку, блядь. Что это за сказки на ночь, ну, что это ты рассказываешь? Повороте не знает просто, что такое ПВП, он думает, бля, о чем он говорит, ну я ж тоже вроде локами играю. Да ладно. Я вышел локом на БК, это там было вообще интересно. Тут ставлю рыбу. А нет, рыбу я не ставлю, нету рыбы, ставьте сами. Дестрики-то опасны. Есть такого рыба, надо мана. Бомбовые были, короче, на этом на БК, короче, это про товары и фаермаги в ПВП. Да дестрики тоже заебили. Дестрики, да, но я там дестриком не играл. Я играл, это вообще жизнь была. Там этот CLSL был, половина Африк, половина демона. Да. Не забудьте просто шумы-то деть. И сифон. Давайте, все, тише, успокойтесь, давайте, бафы. Интеллект надо, нам шамане нет интеллекта, крест по шаману. Есть у кого-то рыба, демона нету. Тут рыба может поставить. Пас бока нам. Так. Пушить его. По два драя осталось, да, и все, до свидания. Закинь мага. Ну, все. Погнали. Пять хилов идем.
нашему зелье быстроты, буст ХПС. Ого, 4 хила освобожденка, жестко. Идите за стаками. Сейчас притяжка будет. Далеко не забудь сакру, это бегать далеко. Все живы, отлично. Да, дальше. Длань БДК. Метки вперед. Внимательно смотрим метки. Так, за спину забежали. Далеко сзади падает. Обежали быстрее. Метки на 200 тысяч без дот. Забежали обратно. Справа падает, внимательно, справа. Центральная не бита, 170к. О, Трися послабил урон. Там же падает, 30-14к, ну блядь. Как ты выжил? Панцирь нет. Подпрыгнул в момент, когда... Катамет, подними на фета. Блядь, не бейте так, блядь, мы так не убьём босса. Разойдёмся до вечера ещё. Кресты бейте взрывом разума, маны нету. Освобожденка. Каску лапу. Каску дали, лапу дайте еще. Селект. Сука, освобожденка кинулась из-за лапы вашей. Между метки ничего не вижу, далеко метки. Прячьтесь на 200 тысяч без дот. Ну-ка, звездочки играйте. Правая крайняя. Топайте под центральным. Все, не хлопайте. Пошла фаза, не хлопать никого. Мелики в РДД зону. Мелики. Сливайте метку. Три хила соблюдена магия. Никто ничего не хлопает. Система для точки в РДД зоны. Следующие подбросы. Внутри на подбросы точку прижми. Мелики тошли. Пришествие хили по одному стоку добирай хиль таркоза. Метку не бит, притяжка. Блять, опять магия. Следующий подбосса. Мелики, отбегайте. Сливать метку. Следующий влево. Следующий влево, мизантроп кожу, прижми РДД метку, мелики босса. Хильте.
пришествие под босса. Сакура есть, и прожимаю, если есть. Сливайте метку. Нет, там не 5 стаков. Следующий под босса. А, не в сторону давай. Бежит по там лям остался. А не, нормально. Ну. Мы не притянемся. Мы не притягаем, да? Он квест выполнился. Так. Зайду на мага сейчас. Клык разруливает. Там мне повезло. Одно все рулит. Я тут не вижу, чтобы на танках тут рулил. Ну, Виталикон там, но... Мне колечко и плащ только надо. А я тебе дал щит? Да, спасибо. Сколько с полуребра пришло? Много-много-много времени. Сейчас 52, давайте, этот рай считается за топ ИП. Если убиваем с первого рая, то топ ИП будет. Супер ночной рейд. Ёба, куда ты покидаешь? Расстроился из этого правила. Ярлок. Кикни Анрикса. Так, по станам. Лень, кружок, катамет, ромбик, трусы. Виталий Кун. Бля. По команде начать пришествие будете, станете бусинка, ромбик из топ, я не снимаю, что это ватер, трусы. Тыкайте лесу. Алло, тыкайте лесу быстрее. По команде станешь, слушай. Короче, не убиваем, расходимся и завтра добьем. Если сейчас будет пару трое затупов жестких. Трисия пойдет или покучнее поставит? Куда пойдет? Дымки. Давай, МК заново меняем все такие на МК. Постамал дайте. Чек. Каску кулак по вару. Нам не готов. Давайте не ударьте в грязь лицом, пожалуйста. Анальгин, ты тут? Конопанка, дай. Этот ты дай, ну, тебе сейчас другой маг даст. Я дал этому магу, маг тебе, ты мне. Тоже уёба свалил. Все, я понял. Забыл, что свалил. Кулак по вару дайте. Каску ребафните, там 6 минут на весь бой не хватит. А все видели, тут у трона сундук появился? Анафет, кулак дай по варам. Анафет, кулак по варам дай. Металлик, он дай каску по всем. Я по всем обновил каски. Да, вот, а там ничего нет, вы там все убрали уже давно. Там у нас все забанено. Станьте лучше метку. Так, мне каплю нужно будет дать на переходке. Ага. Когда надо так, будет, я крикну. Надеюсь. Так, святого.
приста маны 0. Лейте его. ХЗ, блин, что мы делаем, все там было. Иннер залейте, череп, 3 иннер вещи. Блин, подиспель, пожалуйста. РДД. Пусенка, ромбик, иступление, крейзис, вот почему. Спал. Отлично. РДД ловушка. Проводи дальше, чуть-чуть. Все оставляю. Мельники ловушка. Чума сейчас. Лень, чума. Вступление. Снимай ромбик. Вступление, бусинка. На маленьком трэше. Убежали, спир. Убежали ловушка, да. На маленьком осталось так потяни. Скизмили зону. Все, она перешла в никуда. Второй шарк еще заберешь. РДД ловушка. Сколько процентов? По обороте диспелли. 77. Бардвейдер, снимай вступление с этого трусов. 75. Протопал, проводи дальше. Рейд прошли дальше. Церковь, веди в РДД зону лича. Мелики осторожно, ловушка рядом. Мелики осторожно. Звезду стали все. Звезду. Всех звезду. Далеко проходим. Мелики лево-право. Осквернение на РДД зону. Лево-право. Осквернение, сумасот. Диспел. Сумасот, иди обратно с трэшем назад. Там на трэше чума. Звезду забери. На звезде чума. О, все, уже нету. Трэш забирай, мелкий, быстрее. Протопал, уводи, трэш. Трэш, протопал, трэш, трэш. Дальше, уведи дальше, трэш. Дальше уведи. Уведи дальше. Бусинку диспел парейд, дартвейдер. Тупо сейчас не бил духа, просто смотрел за этой чумой. Шарики бейте. Энергии, ты думаешь, бейте шары. Тебе надо не заслакать на оскорбление, я убью. Надеюсь. Гневно будете напуливать? Катамет, подними по ВНГЗе. Лень, первого, второго, первого, третьего духа напуливаешь. Бусинка, второй хант, второго, четвертого. Баф и помогу, каску, лапу, пистобаф. А на фет по команде станешь... Кружок, лень, ромбик, катамет, трусы, протопал. Идем в звезду. Ножницы, хорошо, прожми звезду, встали. Виталикон, иди сюда. Играйте кружок и ромб. Кружок и ромб. С центра всем выйти, веди лича за вальками. За вальками веди. Сквернение вышло. Сквернение 1 секунда. Сумасот на лизон, от него отбежать. Давай рост. Сквернение не заходим. Сквернение уносим вправо. Блин, может подальше? Ничего не надо делать. Дашь сакру на сквернение. Не дай бог вы бежите влево. Вправо или вперед выбегаем, ладно? Че, никто не дался рост? У всех КД было, да? Выбежали. Катамет захватили. Повезло. Трусы веди лича. Анафет, стань. Трусы. Фантастическое везение. Ромб добить, ромб уничтожить. Трусы уничтожить, кружок уничтожить. С центра всего выйти, осквернение сейчас будет. Не веди.
Видит центр осквернения. Сейчас 5 секунд. 3, 2, 1. Осквернение на Лени. Центр все встали. Нету осквернения. Рога смог. Встали звезду. Кружок Лень. Кром, катамет, трусы, катапал. Виталик, он каплю на БДК. Каплю на БДК, дай быстрей. И сюда БДК. Трусы играем. Ну, пока дает 30 секунд еще. Перешествие, попробуй застанет трусы. Дал. Осквернение, 5 секунд. Осквернение, выйти всем. С осквернения, с центра всем выйти, Ром. Дуби 200 тысяч. Сколько процентов увеличил? 51. Сколько? 70? 50. Угу. Звезду встали, после третьей вальки будет осквернение. Три вальки хватает, мы сразу разбегаемся лево-право, позади валик. Вышли, вышли со осквернения, вышли, вышли, вышли. Холли пала, схватила, через кружок играемся. Перед вальками не стоять, кружок играем. Пришествие, ты где, в ромбике? Ромбик застанете, анафет попробуй застанет, трусы застаньте. Трусы играем. Ромбик любой ценой спасти. Пытку в ромбик. Сколько процентов? 3. Переводим мяча, веди потихоньку на край, осквернение 5 секунд. Встали возле звезды, осквернение сейчас будет. Три хила, идем. Сколько процентов? Блин. Не стойте так на краю, блядь. Повезло, да? Никого не, никто не убил. Гимн отхил, гимн отхил, гимн отхил, гимн отхил, блядь. Заливаю ману присту. Лень, напуливай первого духа. Мизантроп, подымай Бернегара, повороте СС на Теркозу давай. Присты все на шарах. Давайте, присты в шары, играем. Бафы повару, пристабаф, лапу, каску. Играйте во второго духа теперь. У нас пока минус 2, ничего страшного. Давайте гимноману ставлю за там. Телур, гимноману. Играйте в звезду. Кружок напуливайте, Лень. Следующего духа бусинка напулишь. Молодец, Вар. Из комментариев. Только кружок играем. Только кружок. Больше не бейте. Все, убрали эскейпа духа. Играйте в ледяную сферу. В ледяную сферу играйте, Ильича. Все, не бейте духа. Не бей духа. Тупой. Сука. Ой, 3 секунды, дух на хиле висел. Блядь. Давайте тебя звезду вставим. Он от бомбы, а не от, ну, от урона в него. Блядь, минус 4 тупых немного людей. Почему меня не убил? Потому что я его не брал. Сейчас будем дрочиться здесь с вас. С ДПСом. Давайте звезду. Хила, без хила 3. Ну, я не считал хила сейчас. Минус 4, ДД у нас поднимает. Нет, комнату захиливай, говорю, я имею в виду. Быстро вынешь. Значит, РДД духов, Мелики Ильича. Войд, поднимай берету. Веди Ильича к трону. Кружок играем. Да. Присты хлопайте духов, КДК не туда повел. Олег, кинь МК. Отошли от духов, отошли от духов. Сейчас кто-то умирает, мы вайпаемся, это расход. Ну, серьезно, маги не хватит. Веди Лича к трону, пожалуйста. Дайте им на ману, будьте добры. Все к трону отошли. Дух мертв, все, осталось добить Лича. У нас минус 4. Комнаты дам рост. Дайте Иннер. Куда ты его? Куда ты, блядь, его повел? Блядь, он сейчас забагается. Ты что нахуй делаешь? Пиздец, блядь. Было
все там угорают. Но. Звезду ставим. Не надо. Мы встали здесь, захиливаемся. Блин, меня заставляете материться, короче. Так, сколько пулямов у босса? Срост где? Чего? Босс! Духов сейчас хлопаем. У нас же 20% слить за 4,5 минуты. Хуеть, блядь. Рост не надо, подожди, какой рост? Он его не давал. А, нет. Ну точнее был, но он в КД. Духов хлопай, отбежали от духа. На следующую то надо. Пиздата, бля, пиздата. Зря только БР потратил. Топовая тактика от Берета. Встали за спину за Лича. Да бля, скрипнение. Это какой-то баг, меня просто в комнате убило. Давайте прячемся. Нам еще надо 20 дамбов снести. Короче, знаешь, когда рост будешь давать? Хотя, в принципе, можно. Рано еще. Ну рано еще давай. Но я не говорю, что сейчас надо давать. Катамет уже катится, можно поднять какого-то нормального типа. Ну смотри, сейчас было бы 17 лямов, если бы все были живы. Может даже меньше. Сакру дать? 15. Нет, не надо. Главное не веришь сейчас КД, но срезку не забудь прожать, когда будешь много духа. У меня это все без КД. Жаль. Без КД. Чего вы так корочно ходите? Да по стенке. Давайте звезду встали. Новый рост. Ну, правда, КД на рост. Спрятались. Наведи теперь к трону потихоньку. О, к порталу. Вейт, фантастика, молодец. Последняя комната, блин. Гэр не надо. Не надо гэрить никого. Смотрите, берса минута 45. Комната. Сколько длится? 40 секунд, кажется. Да. А, так надо берсы, блин. Ебал. Прикиньте, минус 6 до бирса. Помнишь того типа, который на Синдре Гейба? За. Сейчас бы его сюда. В смысле, что за тип? Это давно было. Больше нравится Олег тип. Который тогда 25 обычку со... Нет, 25 геру, помнишь, что на леди они вайпались? Да, я помню, это мясинка. Давайте, трон отходим. Берса через 50 секунд. 5 лямов осталось. Сука. До свидания. Теоретически можно еще вайпнуть, если оскорнение никого не разбьет в рейде, прям. Шупашки в тучках. Метрики могут. О, блин. У нас дополнительно 12 секунд еще будет, когда Берса выступит. Я стал. А знаете, я помню, как Войт на последней секунде спрыгнул с платформы, всех портануло в центр со сквернением, и все умерли. Сука. Пизда.
Блин, помнишь этот реал, Олег, как он такой на леди понял, там какой-то, ну, я принес одно целка 25 гер, короче, с типами, пошел там на Синдру, добил Синдру лича, и они все сидели на леди, там Олег втыкал с ними. И этот, я захожу такой, и реал такой пишет, как это он написал, подожди, пишет, а, пишет, а, сейчас Сигу докурю и пуляем, такой... Типа отмачивал, ну там такой тип в натуре без печали. Такой, не, такой говорит, так, пацаны, пью полташку, чтоб мы убили сейчас сурка, говорит. Тупо истинный такой, блядь, тип пиздец. Он, короче, спился на тухлом, просто ухнулся. Ну, он же не смог вести рейд дальше. Раздал лут и пошел. Но там был прикольный тип в натуре. И главное, понимаешь, там вайпы, знаешь, на леди он вайпался, чтобы не соврать часа 4, понял? И главное, такой спокойный, понял? Именно ноль нервов, просто ноль стресса, знаешь, такой вообще по барабану. Знаешь, там упали, он говорит, все хорошо, ребята, сейчас убьем, пишет, только вот я силу докурю и пуляю, говорит. Да это еще таким, знаешь, сиплым голосом. Да это надо было слышать на туре, там такой мани просто. Надо его в гильдию взять, Орелла. Разбить эти. Ромка будет стримить, блядь. Блядь. Прикинь, этот стримил бы. Олег, бля. Тип там с полташкой стрим, бля. Такой стишку сбил в этот же стаканчик. Ты что, прикинь, трясся стримить на четвертый. Да, столько просмотров будет. Да, это такое тело сидит, заливает бутылку за бутылкой. Ульду и Рэля, да. Стрим пульта 10. Посмотри, где моя туша лежит, труп. Мне кажется, нормально за сауну дамажили, да? Слышите, а почему меня, кстати, в комнате убило? А там что-то он наверх повел. Скинул. Не лутайте босса, пожалуйста. Лутайте босса. Что-то надо. Внутри что-то надо, мы посылаем это вирус. Ну отойдите тогда, не болтайте. Не портите вечер уже. Конца. Сишку докурю и убил, блядь. Это было просто так эпично, блядь. Да, вроде поставь, пожалуйста, что. А кто там говорит? Поставьте. Да, это Филиппец. Кто-то залутал. Ну что я? Похоже на Гутербола. Тоже в бетку? Зов. Келли. Кто-то рыгает. Че, Келли, не нужен никому? Простите, не лутайте, вы лутаете. Тот полутонал гей. Не слышал. Я, наверное, тонул. Прилив нужен кому? Че, прилив никому не нужен? Собирай. Ну, на успех. На успех ролики прилив. Джерриан, ты тут еще? Доп-ЕП там? Это топорик. Да, доп-ЕП, все верно. Спасибо. Блин, Филипп, я тебя скучал. Слишком далеко. Не за 703, а 468. И, по-моему,